Масштабную программу капремонта домов обсудили на общегородском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина. В плане на год более 100 многоквартирных домов. В работе на этой неделе 24 адреса. Работы ведутся. У нас на 14 объектах ремонт кровли уже в данный момент производится. Один объект у нас отмостки, один объект ремонт подвальных помещений и 4 объекта ремонт внутриинженерных систем, также 3 ремонта фасадов. Строители задали положительный темп работ. Все идет по графику, качеством и ходом капитального ремонта довольны и жители. Я очень довольна. Не только я, все наши жители дома очень довольны. Масштабные обновления происходят сразу на нескольких соцобъектах города. Работы уже вовсю кипят в Химкинском роддоме, детском саду на Юбилейном проспекте, Доме детского творчества «Созвездие». Также капитально ремонтируют 23-ю гимназию в Сходне. О ходе работ главе Химок доложил руководитель управления строительства Роман Глаголев. Сейчас строительная готовность 44%. Здание 77-го года, трехэтажное. Масштабное обновление в 23-й гимназии продиктовано временем. Зданию почти 50 лет. Позади демонтажные работы и черновая отделка. Сейчас строители прокладывают инженерные сети, выполняют монтаж оконных блоков, утепляют фасад. Мы с нетерпением ждем. Наша школа, наши ученики ждем открытия 1 сентября данного корпуса. Капитальный ремонт проводят в рамках программы образования Подмосковья. Реконструкция этого объекта на личном контроле главы Химок Дмитрия Волошина. Важно, чтобы свои двери это образовательное учреждение распахнуло для учеников 1 сентября 2024 года. Как вы справитесь с задачей? Справимся. Ну, это основное, чтобы дети пошли туда своевременно. Впереди последний звонок. В этом году в Химках более 1300 выпускников. Во всех школах традиционно пройдут торжественные концерты. Также начинается проведение ЕГЭ. Основной период сдачи продлится до 1 июля. И также планируется пересдача на 4-5 июля. В городском Химке у нас работает 6 пунктов сдачи ЕГЭ. Также на совещании рассказали и о предстоящих культурных мероприятиях. Так, 25 мая в парках Толстого, Дубки и Величко запланирована насыщенная программа. Для жителей подготовили спортивные, развлекательные, творческие и образовательные мероприятия. Химчане смогут посетить интерактивные локации, поучаствовать в массовой зарядке и фестивале красок. Также уже в это воскресенье пройдет масштабный фестиваль-конкурс семейных традиций народного творчества «Моя большая дружная семья». Планируются интерактивные мастер-классы, пленэр, выступления хора и духовного оркестра. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.